Сдан еще один дом, который отремонтировали по программе подготовки к чемпионату мира. Фасад здания привели в его исторический вид. Вот если посмотреть вот на такую фотографию, весьма любопытную, эта фотография относится к началу 70-х годов прошлого века, где мы видим фасад дома, то мне думается, что фасад очень напоминает то, что было изначально. Я считаю, что в ряду тех объектов, которые сделаны в этом году, у нас наш дом занимает достойное место и по качеству, и по цветовым решениям. При этом использовали современные материалы российского производства. Например, краска на латексной основе. Она как бы растягивается и при этом препятствует появлению микротрещин. А кроме того, лепнина на здании сделана не из традиционного гипса, а из пенополистирола с минеральным покрытием. Материал более легкий и при этом не разрушается от воздействия влаги. Мы впервые использовали материалы, которые обладают высокими эксплуатационными параметрами качества, что позволяет получить, так сказать, годовой фасад с длительным сроком годности. Есть подрядчики, которые делают, вот как вы видите, этот дом действительно очень сильно качественный. Мы их возьмем на пример и, соответственно, больше с ними будем продолжать работать. На ремонт этого фасада ушло более 1 000 000 рублей. А всего же до конца этого года в Самаре отремонтируют 65 зданий по заказу фонда капитального ремонта. Валерия Макарова, Станислав Левин. События.